Что ты там надумал-то? Что делать? Песни петь? Я сразу в Холика переоделась. Мы никуда не пойдем там, Рэйми? Пугаю, видимо. Сейчас базука квест даст и придет. Ой, я знаю, что есть точно, блин. Сейчас прибегу. Пан, птичка, ты можешь летать, я знаю. Блин, я тоже так хотела. Где этот? Ты можешь летать. Я помню, тут мне ПВП предлагали, я поднялась, меня просто догнать не могли. Достать. А вот. У меня мини-крылья. Паспорту. А, я думала... Выписывал себе паспорт. Что-то такое ты говоришь. Блин, пан, я не в того превратилась. Смотри, какая страшная. Ты посмотри, как он бегает. Я тут воин. Посмотри. Ты меня... Я пополнила воин. Зима, все дела. Панда, я не могу. Мне форма не дали. О, зато умение удить рыбу выросло. А ну, я сфоткаюсь. Надо сфоткаться. Ой, пойду тут же красивый. А ну стой. Да че он на мясницы? Пан, втиснись где-нибудь сверху. Нет. Сейчас демонстрацию экрана включу. Экран. Вот как-нибудь втиснись красиво. Ты мое пузико закрываешь. Ты... Ладно. Так надо было. Блин. А, чё анимации нету? Помоги мне. Чего? Это он так... Вой там зевает, а у меня морж тоже зевает. А танец. Не, он не танцует, он только зевает. Попробуй крылья прожать. Крылья? Сейчас. Сейчас это. Ой, смотри, у меня базука какой красивый.
Фига себе. Базука. Кто грустит, тот трансвестит. Вы семья? Принц. А, я упала. Ладно, сейчас. Чё? Кому? Он трансмог купил. Да, начисли его за транс. Вот сейчас я к тебе припеку. Блин, не помещаюсь сейчас. Ой. А ну, двигайся. Пух, блин. Мазок будет закрыть. У кого ролл больше, тому награду. Кидай ролл. Восьмерка. Я проиграл. Привет. Десика. Я тут, привет. Привет. Спасибо. Радиком. Ого! Где это? Давай пять. Это где? Давай звездочка. Иди. Он уже ускакал. Да-да-да. Не знает. А я знаю, в Хладаре где-то, нет? А где? В Доваране там есть такое дерево. У него, походу. Он там фруктами барыжит. Лавочка с фруктами есть. Ну там лавка такая, да, там типа продавец фруктов, да, как-то так. Я когда кулинарку качал, обращался за их услугами. Возле Аликов.
Так, что, моя очередь? Или там креветка должен прискакать? Да. Единичку. Да. Ну это по персонажам надо смотреть, кто красивый. Давай, ДК, раздевайся. Вот тут как раз таки банк, все есть тут. Распыли сразу. Три. Ну что? Сейчас погодь. Ой, я его не вижу. Чё он не танцует? Ему нужно подвести голды за одну шутку, да? Неплохо. А я думала, типа, а, потом четвертый будем. Красные рубахи. Может, это по канону, типа? Давай тройку. Ну, давай, ты пойдешь. Пять фасок. У меня же на ХП, да? Химик. Мне давай. Давай ставь. Их можно, кажется, ставить. Я розовый торт на твой день рождения ставила. Его сожрали, правда, быстро. Лепестки роз. Я тоже хочу лепестки роз. Он, правда, пропадает. Да захавали его сердце. Дай мне его в обмен. Я прожму. Только не кушайте рядом, типа, сядьте для красоты. Кухаем. Mm.
Нет, Дживс не в тему. Ага. Давай шестерку. Я. Давай, пам. Поскакал. А что? Не, было бы прикольно, если бы Роланда базуки загадала бы. Правда, в жизни еще прикольнее было бы. Ну ничего. У нее уже вся есть. У нас дома тоже цветы. Мои нелюбимые цифры. Просто пожрать для красоты. Еще розовый тортик там. Короче, у меня возникли проблемы, поэтому я немного перевыполню план. Да, потому что не прогрузился, я не понимаю, какие из них белые. Нас тут две девушки, и можешь остальным еще подарить, конечно же. Фига. Жалко, они не декоративные, типа. Я бы вместо щита надела. Там же, вроде, есть такие. Да нет. Как вытащить оружие? А, у меня кнопка занята. О, ладно. Да, да. Да. Так, я набираю в инду аркана 204-го. Сейчас, чтобы время не терять. А что там осталось? Да. Двоечка? Давай двоечку. Базука пусть побежит. О, это мне не в новинку. Два бокала старого Делоранского. Там есть бочонок на сухой. Два штуки, да? Мне зачем рыба? Да. У меня даже проф нет. Конечно. Даю двери. Мне это нравится. Там, я говорю, есть бочка, которая срок годности 365 дней. По истечении срока годности появляется ПЭТ. Да, 499 остался, надо вот хочу один скилл добить.
Ой, ну 449, точнее. Я такая, 499, что? Ну, это... Да? Да, да. Настя, пей. Выпьем за любовь. Ну, я еще нет, но пойдет. Я слегка опьянела, а Настя немного навеселилась. Ну, у нас кто остался? Креветка уже... А. Давайте ролл кинем. Ролл, да, ролл. Нифига, креветка. Джей-джей, стой. Ям. Мне... Блин, прикольная штука этот меч. А где его взять? Тут была стойка. Кто-то покупал ее. Тут GG, наверное. Слышите, народ, а что-то там появился чувак какой-то с рулеткой. Это что за челик такой? Как на X2, только вместо брюликов и так далее... Там падают всякие мешки с алхимией, мешки с собирательными штучками, вроде титановой руды. А что крутить можно? За что крутить можно? Ты можешь ходить на ПВП и за боевой пропуск получать эти монетки Джули, а еще ты можешь 300 голды в день тратить на острове. На острове? Да, на острове дополнительный квест, еще за него дают баджик. Вот это для этой штуки, да? Да, да. Пожертвование называется. Один баджик один раз крутануть или как? Да. Ой, я ачивку получила. Напилась с вами. Это Настя давай. Да, он и мне, и тебе дал. Я смотрю, взяли холипала. Нас холипал. Расплодилось пипец много. А турбо? Ёжик. А, в рейдах, да. Да, да, нас накормил, напоил. Я тоже хочу эту штуку. Как её связать? Я дерусь, ты что? Настя напилась, и давай драться. Что тебе угодно? Фласки на СПД. Ну, камешки, все надо. Опы. Кажется, много. Нет, 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 положи обратно. Ты что? Меня? Смотри, ГБ пополнится на 5000 скоро. Да я же говорю, у меня есть. Хорошо, спасибо. Но мне фласки можешь не давать.
Не-не. Точно, у меня много. Спасибо большое. Пан, блин. Прикольно лежал. Так можно живот. Смотри. Да. За мной, видите? Там не на крыше будет, а именно внутрь. Ну, оттуда полетим. За мной. Давайте, бегите сюда. Я вас жду. Ну ладно, кто-то решил полететь так. Народ, куда еще раз лететь? Аметистовая цитадель. Потом поднимайтесь оттуда, идите на балкончик и на маунту садитесь и взлетайте. Да? Мы уже тут. Так ты быстрее летели, у тебя 150 там. Кстати, а почему тут нельзя сделать сейчас ачивку на вот тайное могущество, чтобы сразу запортоваться? Когда все книжки прочитаешь, тупо половины книжек нету. Какой половины книжек? Я делала эту ачивку, все было норм. Так, выходи на балкон и садись на маунт. Ой, ёшки-матрёшки. Я что-то потерялась. Ну ладно, сейчас. Здесь? Сюда? Тут, отсюда уже не взлететь, если что. Сейчас придумаю. Суманите нас. Я сейчас очень быстро. Бабл. Кто мне замедление кинул? Ой, я, кажется, разобьюсь. Кажется, я разобьюсь. Кажется, я не разбилась. Прям 0 секунд было. Я, короче, приземлился, прицелился на другую крышу, да, так сказать. И получилось так, что я ее проломил. То есть оказался под ней, то есть под крышей буквально. Так, я правильно понимаю, что вы здесь? Все, я тут с вами. Нет, сейчас я сдохла. Там пан поднимается. А там сложный квест на острове с этим значком? Нет, ты жертвуешь 300 голды. А, все, я понял. А, там, наверное, которая возле флага тетенька стоит такая, да? Да. Ну, на БК она просто там 5 голды жертвуешь в день, просто репу качаешь. Я лечу. Да, если все рядышком будут лететь, все получится. Там, где целовать лягушек, нужно.
Ну, куда ты сказал? Да уже на всех накинуто. Куда? Я правильно поняла, куда лететь? Потому что все в разные стороны. Юля улетает вправо. Ну, я как всегда. Я говорил, надо было через следовать. Все норм. Блин, если бы ты была ближе, я бы тебе боб кинула. Жалко, я не могу к тебе прилететь. О, кажется, мы прям к нежити полетим. Я даже свой дом разошелся, походу. Это прикольно выглядит. Вся гильдия пути. Мы рядом с Джей-Джеем, Джей-Элом, Джей-Эл. Кто первый умрет? Ну уж точно я, у меня есть Боб. Умрешь ты. Хотя, если у тебя есть инженерка... У меня пёрышко кончается! Ты где? Я тебе резну. Ой, тут сыронит рядом. Мы летели нормально. Так, это Денчила, которого я пригласила, а Мак, он сказал... Я сказала, заходи в Дис, мы тут сидим. Написал, мол, да, хорошо, потом зайду, я еще друзей своих приглашу. Не знаю там, какие у него друзья, но, может быть, нам повезет. Ты кому говоришь? Аркан Мак. Ршама, ты кикнул. Может, я его взяла, а не приписала свою букву, а либо ты там убрал. Ну, я, кажется, это Нави, кажется. Сейчас я квестинг сделаю быстренько. А что с память? Вести 5 плюс. Сколько?
Вау. Да. Всем привет. 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 Сегодня девчонки. Да. Да. Доброго вечера. Добрый. Как нас много. Мы размножаемся. Спасибо. Спасибо. Ну да. Но у меня работа 3 через... Да, у меня работа 3 через 3. То есть 3 дня я могу работать. Вернее, 3 дня я работаю с 7 вечера. Это по Украине, то есть это 8 по России, и я не могу. То есть 3 дня, а 3 дня, когда я выходная, ну, в принципе, да, мне получается. Ну, то есть мы просили с 21, чтобы даже в те дни, когда я работаю, ну, я могу время от времени заходить играть, чтобы тогда получалось. Void. Unroll есть? Delog 4700 DPS пишет. Так, я в этом рейде впервые, если что. Аналогично. Ань, перекинешь мне на Телеграм? Да, хорошо. Я просто с телефона в Дискорде. Я знаю. Так, я добрала ДЦ. И шипай сейчас. Да, по-моему, у нас нет. У нас там всего несколько аддонов, там что, у меня штук 5 всего стоит, мне кажется. Mm-hmm.
Какие папки? Да, Вадоны.